Лиза? 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 Вы ко мне обращаетесь? А ты что? Ты что, меня не узнаешь? Это же я, Олег. Я вас не знаю. Я нашел тебя без сознания. Я здесь все обыскал. Ни сумочки, ни документов. Тихо-тихо-тихо. Скорее всего, тебя обокрали. Ты действительно ничего не помнишь? Нет. Как ты себя чувствуешь, ты? У тебя болит что-нибудь? Болит? Голова немножко кружится и холодно. Так, тебе нужно согреться, да? Поехали. Привет. Что ты ко мне пристал? Так, к тебе пристанешь. Зачем пришел? Поговорить надо, постой. Нам с тобой говорить не о чем. Как-то не о чем. Мы еще даже ничего не выяснили. Ир, послушай, давай начнем все сначала. Сколько можно сначала, Игорь? Я уже по горло сыта твоими обещаниями. Да я клянусь тебе, все будет по-другому. Вот увидишь, я тебе обещаю, все будет по-другому. Давай просто попробуем еще раз. Ты хочешь правды? Да, хочу. Я больше не хочу никого содержать. Я не хочу жить с мужчиной, которого не уважаю. Ты уже 2 года сидишь у меня на шее. Вон как. А в чьей квартире ты жила все это время? В твоей. В моей. Только платила за нее я. Так я что, Альфонс, по-твоему, что ли? Получается, да. И сколько я тебе должен? Не рассчитаешься. Не, давай поговорим. Не. Отпусти. Скажи мне, сколько я тебе должен? Давай выясним этот момент. Ты что делаешь, что... гад? Защитница твоя. Охрану позвать. Он еще руки протягивает. Мы еще поговорим с тобой. Он еще угрожает. Что он хотел? Вернуться хотел. Вот заколебал. Боже, как я могла год прожить с этим? Ну, любовь зла. Точно. Ничего, зато хоть теперь не будешь тратиться. Теперь все деньги буду тратить только на себя. Правильно. Здрасте. Здрасте, здрасте. Ну что, пойдем? Можно я здесь останусь? Можно. Тебе принести чего-нибудь? Горячего? Чай? Чай. Я быстро. Что я тебя нашел. Держи. Сейчас приедем домой. Борька обрадуется. Боря, это кто?
Это твой муж. Муж? Да. И давно я замужем? Да лет 8. Вы кто? Я его брат, Олег. Он, бедолага, со вчерашнего вечера места себе не находит. А что вчера вечером случилось? Он мне все рассказал. Как вы поссорились и как ты выбежал на улицу, побежал по дороге. Он хотел побежать за тобой, но на костылях далеко не убежишь. Почему на костылях? Он инвалид, Лиз. С детства. Ты здесь живу? Да. Лиза. Боря, я ее нашел, Борь. Лиза, хорошо, что ты вернулась. Так, свободно поднимаем ножку на себя. Аккуратненько. Также на себя. И на место. Все. Все, я думаю, через неделю будет все хорошо. Все, все, мои дорогие, на сегодня все. Все молодцы. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. До завтра. Встречаемся завтра. Ой, Ирка, я тебя жду уже. Давай быстрее, я опаздываю. Ну, посмотри, я уже одета, две секунды, я одета тоже. Ну что, тратить зарплату? Не, я спортзал. Давай завтра. Ой, зануда. Смотри. Здравствуйте. Здравствуйте. Боже, кто это? Не знаю. Первый раз вижу. Просто настроение хорошее. Ой, слушай, сейчас наше настроение испортится. Мне кажется, на автобус опаздывает. Побежали. Черт. Следующий через полчаса. Это ты на Карково. Прям. Вот возьмешь один раз и не пойдешь. Куда не пойду? Как это не пойду? Я не могу, у меня режим. Меня тянет. Прям тянет. Ну, чтобы тебя замуж тянуло. Это нет, еще не родилась. Счастливчик, за которого пойду замуж. Ты что, замуж за моего внука собралась, что ли? Катька. Ну, так давайте такси вызову. Хочешь? Да нет, такси долго ждать. Автобус быстрее приедет. Да ну сколько ты будешь ждать? Катя, не ищи. Черт. Слушай, по-моему, я телефон на подзарядке оставила. Да. Ты как всегда, Катя. Ты не обижайся, я побегу, ладно, чтобы успеть до автобуса. Давай. Только я ждать не буду, я через парк. Да, маршрут. Все, до завтра. Пока. We'll be right back.
Ко мне, сказал! Рядом! Рядом! Что случилось? С вами все в порядке? Ева, ко мне! Проснулась? Да. Чувствуешь? Нормально. Лиз. А где... Олег? Да. Он поехал заказ отдавать. Еще в обед. Я проспала весь день? Да. Скажите, а у вас можно где-то умыться? Ну, конечно. Тебе надо и умыться, и переодеться. Вы покажете, где? Ну, да, конечно. Одевайся, я пойду на стол накрою. Ты уже? Да. Садись. Все готово. Как голова? Болит немного. Вот здесь. Надо обработать. Ваш брат сказал, что мы женаты 8 лет. Лиза, не говори мне «вы». Хорошо. Можно я сама? А из-за чего мы поругались? Когда? Я ушла, потому что мы поругались. Это тебе так Олег сказал? Ну да. Он перепутал. Мы не ругались.
Ты ешь, а то остынь. Я сейчас. Что вы получили зарплату? А? В работе об этом знали все. Вы лично кого-нибудь подозреваете? А можно, пожалуйста, еще воды? Да, конечно, можно. Вам что, плохо? Горло. Значит, нападавшего вы так и не запомнили. Жаль. Скажите, а может быть какие-нибудь там приметы, ну, я не знаю, там, родимое пятно на руке или цвет волос? Может, он вообще лысый был, а? Может быть, достаточно? Вы же видите, в каком состоянии девушка? Она и так вам уже рассказала все, что знала. А я бы на вашем месте, Сергей Ильич, лучше помолчал бы. Потому что еще неизвестно, что вы делали в парке в это время. И вполне возможно, что вы и являетесь тем самым нападавшим. Интересная версия. Сам напал, сам и спас. Железная логика у вас. Это не он. Да? Откуда вы знаете? Вы же только что сами сказали, что не видели нападавшего и не успели его запомнить. Я же вам сказала. Я видела светлую дубленку, меховую шапку с хвостом. Ладно. Можете быть на сегодня свободны. Но мне кажется, что мы с вами еще встретимся. Не думаю, что это будет приятная встреча. Но здесь вы правы. Наверное, все-таки лучше в следующий раз. А девушке уже пора. Она сегодня не так уже достаточно настрадалась. Все хорошо. И вам не хворать. Сержант, выпусти. Борис? Борис!
Доброе утро. Уже проснулась? Ну, садись. Завтракать. Я хотела спросить, а где мое белье? Белье? В кладовке. Ты постирала. Что, сразу все? Ну да. У нас крыша потекла. Все стены мокрые были. Ну и комода досталась. А, понятно. Какой сегодня день? Среда, 20 января. Может, мне на работу надо? Не надо. Ты ведь не работаешь. Почему? Вашу фирму закрыли. Ты сказала, ну и слава богу. Устала с этими отчетами. Решила дома посидеть. А кем я работала? Бухгалтером. Может быть. Хорошо, но я же чем-то занималась дома целыми днями. Что я делала? Домашней работой занималась. Готовила, убирала. За садом смотрела. За садом? Ну да, у нас за домом есть зимний сад. Ты там цветы выращивала. А можно посмотреть? Позавтракаем и посмотрим. Можно прямо сейчас? Ну, давай. Ничего себе. Вот это твой зимний сад. Значит, я люблю цветы? Да. Душно, наверное. Пойдем в дом. Да. Домашняя, брысь отсюда, а? Знаешь, после вчерашнего тоже отойти никак не могу. Это ж надо было на маньяка нарваться. Ир, и одеваться скромнее надо. Ну, устроилась бы ты нам на фабрику. Все ж на глазах была бы. Я понимаю, зарплата не фонтан, но... Все были бы живы-здоровы. Тетя Валя, я вас прошу, пожалуйста, хватит уже. Нет, ты меня выслушаешь. Ты мне дверями не хлопай. Я тебе чай не чужая. Что я твоей матери скажу? Не доглядела девку. Так раз ты ко мне переехала, я за тебя ответственная. И слушаться меня надо. Вон по телевизору каждый день такие страсти показывают. Я уже не могу. То кого-то задушить, то кого-то зарезать. Кровищи, я не могу, у меня сердце скоро. У меня нервов не таких не хватает. Да ты пожалей меня хотя бы, зараза. Ирка! Ирочка родная, ну пойми ж ты меня! Я переживаю за тебя, я ж твоя родная тетя! Ты слышишь, Ирка Курыца? Я понимаю, Лиза. Тебе нужно было самой убедиться.
Угу. Ну, теперь все в порядке? Все не может быть в порядке. Я не вспомню. Здесь все чужое, понимаешь? Это же не мой дом. Это твой дом, Лиз. Вернее, наш. Я ничего не чувствую, понимаешь? Я хожу здесь и ничего не чувствую. А где мои родители? Они умерли, когда ты была маленькая. Тебя отдали в детдом. Ясно. Как мы с тобой познакомились? Нас Олег познакомил. Он привел тебя в наш дом. Я позанимался с тобой математикой. Ты собиралась поступать в институт, а Олег в это время работал на кафедре на подготовительных курсах. И что мы... Мы же не могли сразу пожениться, да? Конечно, нет. Ты поступил в институт. И мы с тобой расстались на 5 долгих лет. Я уехал за границу на стажировку, а когда вернулся, сделал тебе предложение. И подарил вот это кольцо. Ты всегда говорила, что на безымянном пальце ты будешь носить только обручальное кольцо. Где наши обручальные? В мастерской. Я ведь ювелир, Лиз. Здравствуйте. Девушка, с вами все в порядке? Да. Да. Простите меня. Просто поскользнулась. А это моя последняя работа. Ты талантливый. Спасибо. Ну, в основном я занимаюсь моделированием. Сам придумываю, разрабатываю модели украшений. У тебя, наверное, много заказчиков? Хватает. Это наш с братом бизнес семейный. Теперь понятно, откуда такой большой дом. Скажи, а почему нет ни одной нашей фотографии? Так ведь наш дом сгорел.
Ну, мы в этом доме недавно. Как сгорел? В библиотеке пожар начался, ну и все сгорело. А. А это твое обручальное кольцо. Ну, ты спрашивал о нем. Я его немного дорабатывал. Борис, встречай гостей, я приехал. Олежка приехал. Пойдем. Она имеет к этому отношение? Надеюсь, что. Надеюсь. Лиза. Ну, наконец-то. А то как же мы без хозяйки-то? Я была в саду. Угу. Там все так аккуратно. Я, наверное, работала, не покладая рук. Да, ты у нас пчелка знаменитая. Вот только руки у меня такие ухоженные, ни одной царапинки нет. Странно. Ой, Катька. Сегодня еще хуже, чем вчера. За каждым кустом этот маньяк мерещится. Слушай, может, это твой Игорь, а? Что? Он напал на тебя. И это невозможно. Ну почему? Он же угрожал тебе. Поверь, это большее, на что он способен. Ну, не знаю. И все-таки я бы про него рассказала следователю. Чтоб его под опросом затаскали. Тогда он точно меня грохнет. Ох, Катька, нервы не к черту. Слушай, ну сходи ты к нашему этому психиатру. Кому? К Виталию Семеновичу? Ну да. Не хватало еще начальству свои страхи посвящать. Я лучше Кондратьева дождусь из отпуска. Девочка! Боже, откуда он взял? А что вы тут делаете? У нас что, с сегодняшнего дня в регистратуре самозапись? Да мы на минутку только вышли. Виталий Семенович, простите, пожалуйста, это я виновата. Это я ее вытащила. Извините. Передо мной извиняться не нужно. Будете извиняться перед теми людьми, которые ждут нерадивых работников. Выговор обеим. Прости, из-за меня тебе влетел. Да прям, напугал. Лёва, я тебе что-то накапаю у себя. Откуда он вообще взялся? Я не знаю. Боря, я же покупал тебе перчатки. Специальные, на заказ. В коридоре целая коробка стоит. Так что руки ты берегла. А вот локоть недавно поцарапала. Правый. Простите, я, наверное, слишком много глупых вопросов задаю. Да ты молодчина.
На твоем месте я бы засыпал всех вопросов. Простите меня, мне пора ехать. Тебе, наверное, надо отдохнуть. Да, я поднимусь к себе. Слушай, а поехали ко мне? Мои ребятишки тебя так заболтают, обо всем и забудешь. Катька, у тебя своих забот хватает. Считай, три мужика дома. Ну, нормально, я привыкла уже. Нет, я поеду домой. Ты чуть Валя обидится. Она же меня любит. Правда, странной любовью, но любит. Ну, хорошо, тогда я тебя проведу прямо домой. Угу, а потом я тебя. Нет, ну, серьезно, я тебя одну не отпущу, я тебе сказала. Ты даже не будешь каждый день меня провожать. Вот представь себе, надо буду. Слушай, ну, а эта баба? Ну? Но она каждый день приходит. Какая, Киселева? Да нет, такая худенькая в шляпке. То ей достань талончик к эндокринологу, то к кардиологу, то запиши на томографию, еще без очереди. А вы не подскажете, вы давно стоите? Да минут 20. Ну, хорошо, скоро подойдет, идем вперед, первым сядем. То у нее низкое давление, то, значит, у нее высокое. Она сама не знает, какое у нее давление. Ты понимаешь, ты видела ее карточку? Ира! Добрый вечер. Здравствуйте. Это мой знакомый. Тот самый Сережа. Здравствуйте. Это моя подруга Катя. Очень приятно. Очень приятно. Вы знаете, вы герой, честное слово. Я даже не знаю, что было бы, если бы не вы. Да ладно. Хватит. Ира, я за вами. Разрешите вас домой подвезти? Да вы и так много для меня сделали. Да, такая малость. Сереж, вы знаете, очень правильно. Конечно, подвезите. Катя. Ир, ну обязательно надо. Ну. Катя, давайте я вас тоже подвезу. Да. А зачем? Мне здесь две остановки. Правда, не надо, не надо. Ну, как хотите. Давайте. Прошу. Пока. Васильич. Ну, что? Домой собрался? Ну, не ночевать же здесь. Ты такого Петренко помнишь? Петренко, Петр. А, опер из Убойного, что ли? Так он еще в марте уволился. А ты чего о нем заговорил? Да понимаешь, у него было подобное дело. Все как под копирку. Парк, девушка, удушение. Ты поройся в архиве. Года два назад было. Сиреник вырисовывается. Черт. Я думал, пронесет. Ну, хорошо, спасибо. Петренко там надыбал кое-какие факты, но убийцу так и не нашли. Кто бы сомневался. Ой, хотел же пораньше домой идти. Спасибо, друг. Спасибо. Обращайтесь. А сам так домой. Как вы себя чувствуете? Ничего, спасибо. Только бессонница замучила. Ну, еще бы. Такое пережить. Сегодня шла на работу. Все время казалось, что за мной кто-то следит. А если не казалось? В общем, пока его не поймают, буду вас провожать домой, если вы не против. Вы не против? Смотри, видишь? Струна. Вот так.
А у тебя что, дома никого нет? Нет. Тетя на ночной смене. Ну что, до завтра? До завтра. Закрывайся на все замки и никого не пускай. Хорошо. Пока. Боже, что ты такая дура? Привет. Давай сбежим. А как? Я знаю как. Пусти! Ты что, сумасшедшая? Конечно. Здесь все сумасшедшие. Я нет! Да! Я нет! Посоветовал мне обратиться к вам. Да-да, я в курсе дела. У меня есть история вашей болезни. Мы общались с ним об этом по телефону. Я только удивлен тем, что вы так долго тянули. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Да вы знаете, времени не было, а потом... Да что может измениться? Другие ноги-то не вырастут. Другие ноги, конечно, не вырастут. Да вам они, честно говоря, ни к чему. Будем лечить, какие есть. Делали. И все бесполезно. Почему же бесполезно? Позвоночник же вам вылечили. Значит, дело теперь во всяком случае не в нем. А в чем же? В вашем подсознании. У вас достаточно редкое заболевание. Психогенный паралич. И это вполне может быть последствием вашей детской травмы. Любимой Машеньке. Ваша ситуация, конечно, тоже достаточно запущенная. Но во всяком случае, вы физически здоровы. Понимать, здоров. Так и понимать. Вы можете ходить.
Это дом моих родителей. Мы переехали сюда после пожара. А эти часы мой отец подарил матери. Ее звали Мария. Может быть, их еще можно починить? К сожалению, нет. Мы уже пробовали. Прости, я, как всегда, подумала, что это не то. Просто мне тяжело. Такое ощущение, что все происходит не со мной. Я понимаю. Ну, не стоит извиняться. Пойдем ужин готовить. Подожди. Ты же мне вчера сказал неправду. Ты о чем? О нашей ссоре. Но я же не могла уйти просто так. Что произошло? Слушай, я и так ничего не помню. Ни о тебе, ни о себе, ни о нас. Ты меня обидел чем-то? Значит, я тебя обидела. Ты сказала, что устала. Устала жить с инвалидом. Я так сказала? Просто прости, я тебя разбудил. Это ты прости. Не дала тебе спать. Нет, я выспался. Боже, скажи, я действительно больна? Ну что ты, тебе просто приснился дурной сон. С кем не бывает. Все так явно. Больницы, врачи. Я там была сумасшедшая. Просто стресс. Ты перенервничала. Все пройдет. И сны пройдут. Поверь.
Привет. Привет, Катька. Да ты что крадешься-то? Привет. Видишь, в чем хожу? Теперь как, Машка? Только что-то не на каблуках. У тебя же вроде как кавалер нарисовался с машины. Вот именно, вроде. Че, не приехал? Вот гад. Обещал стрекороба, а потом в кусты. Они все такие. Да нет, Катька. Видно, я сама себе напридумала, нафантазировала. Человек просто проявил участие. Слушай, может, у него жена есть? Прости, Катюш, не хочу об этом говорить. Ну, правильно, отвлечься надо. Господи, Кропоткин. Ну все, беги, отвлекайся. Доброе утро, Катя. Доброе утро. Мне Кропоткину, пожалуйста. Ну, конечно. Как же без вас день начнется-то? Как вы себя чувствуете? Ой, спасибо, золотка. Все хорошо. Ездили по самым лучшим клиникам, заказывали новомодные лекарства, ничего не помогал. А тут какой-то заштатный докторишка. Да. Нет, я рад, но мне кажется, нужно все 33 раза перепроверить, перед тем, как позволять кому-то ковыряться в твоих мозгах. Борь, это гипноз. Это гипноз. Ты знаешь, если бы ты хотя бы месяц провел в моей шкуре, ты бы... схватился за любую соломинку. Прости. Я пройду сеансы. Только не сейчас. Я сейчас не смогу Лизу оставить одну. Боря. Боря, у нас, в смысле, да. У нас что, есть ребенок? Ребенок? Я нашла в шкафу детские вещи. Вот не надо говорить, что они там показали случайно. Ты не сказал ей? Я... Не хотел тебя травмировать. О, да, он у нас действительно должен был быть ребенок. Ты даже одежду начал выбирать. Но у тебя случился выкидыш. И когда это случилось? В прошлом году. Я поняла, значит, у меня... У меня случился выкидыш, я из-за этого попала в психушку, потом я потеряла память. Так, может, я убила кого-нибудь, а? Лиза, выпей, пожалуйста. Не надо. Я не сумасшедшая, понятно? Понимаешь, что здесь обычно валерьянкой не обойдешься? Здесь нужны серьезные успокоительные. Да. Да, наверное. Боря, может, ее в больницу отвезти? Она будет жить здесь. Я не сумасшедшая. Катька! Катька!
происходит? А, я... Мне, наверное, показалось. Что показалось? Что показалось? Простите, пожалуйста, Виталий Семенович, я говорю. Нет, объясните мне, пожалуйста, что могло произойти, чтобы выглядеть как ошпаренная? Так, вечером ко мне после работы в кабинет. Я бы очень не хотел, чтобы из-за ваших показалось, мы потеряли клиентов. Здравствуйте. Здравствуйте. А что, регистратура опять не работает? Да работает регистратура, работает. Ну, ты что пропустила? Не знаю, видела. Там мужика с этого дубленки ноги с вами понесли. Чего так эта Митрофанова нашла кого бояться? Нервник, черт. Еще и на этого напоролся. Наверное, точно выгонит. Прям выгонит. Ну, мало ли, люди по коридору бегают. Катька. Я не понял. Ты боишься мне нужды, Верти? Я понимаю, что мне нужно показать врачу. Все пройдет. Когда тебе перестанут сниться кошмары... А если не перестанут? Давай не будем думать о плохом. Давай не будем. Тут тихо. Что, в соседних домах никто не живет? Почему? Живут, но не постоянно. В основном летом. Боря, как я до города добиралась? Здесь автобус ходит или электричка? Автобус ходит. Но ты ездила на машине. Я вожу машину. Я возила эту машину? Да. Можно попробовать? Конечно. Раз я вожу машину, у меня должны быть права? Да. И где они? Они были вместе с паспортом, но в сумочке, которую украли. Значит, мне еще паспорт восстанавливать. Олег этим уже занимается. Почему не я? У него связи. Он это сделает быстрее. Там дым из окна. Вельчинский Юрий Михайлович, 24.04.50, Кутузовский, 24Б, квартира 23. Простите, пожалуйста, можно тебя на минуту? Извините, пожалуйста. Ты что, твоих рук дело? В смысле? Че прикидываешься? Это ты Семеновичу про меня рассказала, да? Да, вообще ничего не говорила. Угу. Спасибо, надружила подружка. Меня в отпуск выгоняют. Бог ты мой, Семенович расщедрился. Вот хорошо, развеешься заодно. Катенька! Я в отпуск собиралась, в Турцию, в сентябре. Да? Ну, поедешь сейчас. Куда? Простите. Ну, в Египет. Какой Египет? Ну, это, ну, там, где рыбки, кораллы, там море красное. Так, могу я, в конце концов, записаться к ортопеду? Конечно, можете. Идемте, я вас проведу.
Когда вы забирали? А, понял. Да-да-да, понял. Я понял. Олег не сможет приехать. Ну ладно, я подъеду. Ты уезжаешь? Да, по работе нужно. Сейчас позавтракаю и поеду. Надолго? Боюсь, что до вечера. Но я постараюсь раньше. Хорошо. Здравствуйте, а не подскажете ваш адрес? Спасибо большое. До свидания. До свидания. Приходите еще. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что вы так давно за одеждой не приходите? Вы, наверное, в отпуске были? Да, я уезжала. Одну секундочку. А вот и ваше платье. Не переживайте. Сделали все, как всегда, по высшему разряду. Извините, а можно странный вопрос? Да, конечно. А давно я сдала это платье? Так вы его и не сдавали. Это ваш муж приносил. Где-то месяц назад. Конечно, муж. Я забыла. Сколько я вам должна? Вы ничего не должны. Все оплачено. Спасибо. Угу. Всего доброго. Пожалуйста, приходите. Ирка, завтра уже в море купаться будешь. Не завидуйте, девочки. В Египте море холодное зимой. Да, конечно. Главное, загар. Искупаться можно и в бассейне. Ой, Ирка, оторвись там за нас всех. Стараюсь. Ага, ты ж у нас девушка теперь свободная. Конечно. Кто? Игорь. Не бери. Не бери. Ну вот пристал, как банный лист. Чаю не дадут попить. А, клиника Медея, слушаю. Да, здравствуйте. А Иру? Кто? А кто ее спрашивает? Знакомый? Меня нет. А вы знаете, ее нет. Да. Да, она в отпуске. Со вчерашнего дня. Да. Спасибо. Ой, пожалуйста. Привет. Ира, надо поговорить. Я занята. Да, мне сказали, ты уже в отпуске и уехала. Для тебя уехала. Да ладно тебе. Идем, выйдем, надо поговорить. Ладно, пойду, девчонки. А то он всю клинику на уши поднимет. Если что, я здесь. Катя! Ну и зачем я тебе понадобилась? Ир, мне очень нужны деньги. Удивил.
Послушай, я кредит взял. Тебе дали? Не смеши, ты же нигде не работаешь. Мне дали кредит под залог квартиры. Я решил провернуть одно дело, но оно прогорело. Ир, я могу хату потерять. Игорь, нужно думать, прежде чем ввязываться в какие-то авантюры. Так ты мне дашь денег или нет? Я похожа на дуру. Да я тебе верну, я клянусь. Игорь, у меня для тебя денег нет. Ир, ты отпускные собираешься забирать? Там бухгалтер уже домой собралась. Да, сейчас иду. Я обещаю, я тебе... Не надейся. Я тебе не дам ни копейки. Не страшно тебе одной по улице с такими деньгами ходить? Господи, пожалуйста. Пожалуйста, мне нужно вспомнить. Ну, хоть что-нибудь. Я прошу тебя, помоги мне, Господи. Ну, пожалуйста. Печенька. Спасибо. Пожалуйста. Лиза. А? Вы меня знаете? Конечно. А ты меня что, не узнал? Помада. Нюхай. Вкусно? Да. А так? Тоня Семенова. Из 6-й больницы. Из больницы? Да! Меня тогда еще перевели в эту психиатрическую областную, вспомнила. Дай мне денег. Чуть-чуть. Сколько можешь, дай. Мне очень нужно. Вот все, что... Спасибо тебе! Ой, ты такая добрая, такая хорошая! Ну, пошла. Я ничего плохого не делаю! Тоня не делает плохого! Подождите, я... Приходи, пожалуйста, ко мне, я тут живу, приходи, ладно? Я тут живу! Тоня! Вы не обращайте на нее внимания, пожалуйста. Она не злобная, она просто немножечко не в себе. А живется здесь ей хорошо. Мы ее кормим, только денег ей давать не надо. Да нет, я просто поговорить хотела, понимаете? Она знает меня откуда-то. Ой, ну что вы! Ну разве можно ей верить? Она же больной человек. Зачем вам чужие проблемы? Всего доброго. Возьмите это ее. Хорошо, всего доброго. Тоня! Тонечка! Тоня. Какое безобразие, а? Здравствуйте. Сколько же его можно ждать? Это Белова, я у вас путевку заказывала. Нет, я буду. Я просто немного опаздываю, да. До конца рабочего дня, конечно. Я постараюсь, да, успеть. Да-да, я сразу все оплачу. Спасибо. До встречи. До свидания. Так везде опоздаешь. Да, это точно. А вы не хотите на маршрутку? Тут через пару 15 минут. Одно страшновато, а вдвоем. Правда? Да. Я не знала. Конечно, идемте. А то мы тут до ночи простоим. Да. Вы посмотрите, людям даже пешком пошли, а? Ну, никакого порядка, абсолютно. Безобразие. Сплошное безобразие. Ты куда рванула? Куда бежишь? Я же разве быстро иду? Да. Я же за тобой не поспею. Простите, наверное, задумалась. Извините, пожалуйста, я вас очень прошу, пойдемте быстрее. Я в турагентство опаздываю. А далеко еще? Нет. На маршрутке твоей. Что? Вот она уже. Еще совсем чуть-чуть осталось. А, он недалеко.
Ты иди уже сама, спортсменка. Спасибо вам большое за компанию. А я потихоньку. Где ты была? В город ездила, в церковь. Так долго? Так получилось. Я вернулся, тебя нет. Олегу позвонил, он тоже не знает, где ты. Мы уже несколько часов тебя ищем. Ну, прости, пожалуйста, я сама не заметила, как время прошло. А это что? Вещи хотела в химчистку сдать, почистить. А чего меня не попросила? Я бы отвез. Не хотела тебя беспокоить. Пойду в дом, а то замерзла. Алло. Она вернулась. Все обошлось. Где ты говоришь, она была? В церкви? Ну, сказала, что в церкви. Она еще собиралась в химчистку заходить. Химчистка? Ну, вполне здравые мысли. Ой, привет. Привет. Напугала ты нас сегодня, Елизавета. Напугала. Мне когда Боря позвонил, я уж подумал, самое время ему скорую вызывать. Да ладно тебе. Давайте лучше ужинать. Брат, пойдемте ужинать. Погодите, с ужином у меня сюрприз. Поздравляю. Мой? Твой. Воронцова Елизавета Михайловна. Я ничего не чувствую. Это как будто какой-то другой человек. Я больше никогда ничего не вспомню. Зачем ты так? Все обойдется. Но просто надо немного потерпеть. Я не буду сегодня ужинать. Брат, я... Брат, прям не знаю, что делать. Мне жаль ее, она каждый день плачет. Варенька. Ты же сам только что сказал, что нужно потерпеть. Это же твои слова. Сколько времени прошло? Да, надо потерпеть. Я пойду чай сделаю и капли отнесу. Боря! Боря, погоди, я чуть не забыл. Тут вот таблетки. Это мой доктор посоветовал. По две... Перед сном только не переборщи, и ей пузырек не давай, мало ли что. На. Я поехал.
Сними здесь. Мне нужны все нюансы. Все сделано. Давай, давай. Подожди, все дотошненько. Все. Ну, ты все знаешь. Василий, сделаем все в лучшем виде. Молодец, давай, давай. Я стояла на остановке. Подошла эта девушка. Мы решили пройти через парк, потому что долго не было маршрутки. А какое это время было? Я не помню, какое это время было. Позднее время. Надо же. А я говорил, что мы еще встретимся. Простите, могу поговорить? Да, конечно. Прошу, мне нужно задать вам несколько вопросов. Я, конечно, рад, что вам сегодня повезло, но, судя по всему, охота велась именно на вас. И у меня складывается впечатление, что вы знали этого человека. Это не может быть он. Кто он? Мой приятель. Он приходил сегодня денег просить, но я не дала. Имя, фамилия? Игорь Шевцов. Игорь Шевцов. Он приходил в тот день, когда на меня напали. Почему вы сразу не сказали, а? Это не может быть он. Он может напугать, сказать что-то, но не убить. Адрес знаете его? Ракетная, 17. Квартира 35. Но это не он. Вот вы говорите, он приходил вот просить денег, правильно? А девушку, которую сегодня убили, была ограблена. Не он? Ладно. Нам нужно проехать в отделение, чтобы вы подписали кое-какие документы. Сможете? Угу. Поехали. Кстати, у вас курточка порвалась. Поехали, поехали. Простите. Алёна. Нет, я не приеду. Можете аннулировать мой заказ. Привет. Доброе утро. Как спала? Нормально. По-моему, даже снилось какой-то Вике что-то хорошее. Ну и здорово. Скажи, а почему у меня в паспорте нет штампа о нашем браке? Паспорт удают в паспортном столе, но штамп ставят в ЗАГСе. Все так. Извини меня, пожалуйста. Извини, я обещаю тебе, что с этого дня я перестану мучить тебя подозрениями. Лиз. Давай завтракать. Чего, выспалась, партизанка? Выспалась. Ну, слава богу. Я ее носить уже не буду. Чего? Пару минут работы и как новая будет. Я бы только выбрасывать. В интересах следствия мы не можем разглашать подробности этого страшного преступления. Можем добавить, что это не первый случай нападения в Первомайском лесопарке. Ирочка, тетя Валя. Девочка моя, что ж ты мне сразу не сказала? У меня сейчас инфаркт будет, Ванечка. Вот поэтому и не сказала. Ай, тетя Ванечка. Я дура еще. Куртку дурацкую. Тетя Ваня, все хорошо. Тетя Ванечка. Как жить-то теперь? Тетя Ваня, у меня все хорошо. Да? Все. Я тебя на работу не пущу. У меня здоровья еще хватит. Будешь дома сидеть, ясно? Не выйдешь отсюда из дому никогда. Все. Ну как не выйдешь? Ведь тетя Валь, ну... А вот так. Ты нам с твоей матерью живая нужна, ясно? Это кто? Я не знаю. Тетя Валь, здесь я сама.
Зачем вы приехали? Что, мы опять на «вы»? Ир. Пожалуйста, не надо меня дергать. Ир, да я понимаю. Появился, наговорил, наобещал, потом куда-то исчез. У меня была срочная командировка. Я думал, туда-обратно быстро вернусь, но пришлось задержаться. Да я безумно переживал. У меня ведь даже номера телефона твоего нет, чтобы позвонить, предупредить. Возвращаюсь. Здесь такое. То есть ты приехал меня поддержать? Напрасно. Как видишь, у меня все в порядке. Ай, да я вижу. Просто я немного больше знаю о ситуации. Я предлагаю тебе переехать ко мне. К тебе? Сейчас это самое разумное решение. Я все время могу быть рядом. Собака моя в качестве охранника тоже может пригодиться. Я буду забирать тебя с работы, буду отвозить. Как ты себе это представляешь? У меня просторная квартира. Постелю тебе в спальне, сам лягу в гостиной. Ира, тебе грозит реальная опасность. Еще чуть-чуть. А это в честь чего? В честь моей новой жизни. Нужно начинать ее с хорошего. Садись за стол, я рыбу приготовила. Какая ты красивая. И платье тебе очень идет. Извини, я побоялась тебе вчера сказать, что все-таки была в химчистке. А чего ты... Туда ходил? Ну, я нашла квитанцию в кармане. Позвонила, там оказалась химчистка. У них было мое платье. Ты забыл? Ты же сам его сдавал. Чего ты решил, что я сдавал? Приемщица сказала, что муж приносил. Ну да. Действительно приносил я. Пойду... Руки помою. Все в порядке. Ты не беспокойся. Ну как не беспокоиться? Ты ничего не ела? Ну, голова разболелась. Я решила, прилягу, все пройдет. Я таблетки тебе принес. Выпьешь перед сном? Конечно. Ты иди ужинай. Я правда не хочу. Прости меня. За что? И я соврал тебе. А платье в химчистку отнес Олег.
Спокойной ночи. И ты не помнишь, как там оказалось? Не помню. Я в лесу увидела саму себя. Какую-то другую. Я испугалась, побежала, упала прямо на дорогу. А там фура. Я еле успела отскочить. Лиза, если ты не будешь нервничать, все пройдет. Боря, отвези меня в больницу. Зачем тебе нужна больная жена? Родненькая моя, все пройдет. Я не хочу тебя потерять. Thank you.
И что-то приготовить. Да, не густо. Зато ничего не надо придумывать. Очень вкусно. В последнее время привык сам себе готовить. Не с такой сюрприз. Еще будешь? С удовольствием. Все-таки как это приятно, когда о тебе кто-то заботится. Угу. Тут подумала, может, на работу пойти. В отпуск все равно не уехала. Да и дома не хочу сидеть, тебе мешать. На работе отвлекусь немного. Вот сейчас омлет доем. И отвезу тебя на работу. Ева, отвезем на работу Ирину Викторовну? Да? Алло. Доброе утро, тетя Ваня. Что? Когда? Да, я одна не поеду. Я позвоню. Я позвоню. Ко мне домой следователь звонил. Игорь исчез. Мне сообщили, что вы переехали. Прошу. Да, я теперь живу на Озерной, 12. Озерная. Озерная. Погодите, так это адрес гражданина Марка? Да. Ага. Интересно. Ладно, давайте к главному. Ирина Викторовна, кто-нибудь знает, куда вы переехали? Только тетя. Тетю обязательно надо предупредить. Никто не должен знать, где вы сейчас живете. Понимаете меня? Да. Я надеюсь. А что, собственно, случилось? Вот скажите мне, Шевцов, он наркотики употребляет? Нет. Точно? Я медик. Я бы сразу заметила. Ну, допустим, допустим. Сейчас он просто хотел подзаработать, да? В каком смысле? В том смысле, что он взял крупную сумму денег у своего друга и дал эти деньги другому. А вот другой друг был пойман вчера вечером с большой партией гашиша. Вот он и сдал Шевцова. Поймите, на сегодняшний день Шевцов в бегах. И с одной стороны его ищет полиция, а с другой стороны бандиты, которые направил его друг, дабы вернуть свои деньги. Понимаете? Это ужасно. Ужасно. Скажите, Ирина Викторовна, вы знаете, где он сейчас скрывается? Не имею представления. Да. Ну ладно. Можете идти. Погодите. Дайте пропуск, я должен подписать.
что там? Следователь сказал, что Игорь одолжил крупную сумму денег. И теперь его разыскивает полиция и его дружки и бандиты. Что мне тоже может угрожать опасность. Пока Игоря не найдут, к сожалению, эти ощущения будут тебя преследовать. Он мог обмануть, мог подставить, но даже украсть, но не убить. То есть ты не веришь, что это он мог? Мне кажется, я знаю, где он может быть. Игорь говорил, что это единственный человек, который может помочь и не задавать лишних вопросов. Это кто, общий друг? Нет, это друг Игоря. Артем. Хочешь поехать к Артему? Не знаю. Так. Этот дом? Да, этот. Ты уверена? Я уверена точно. Я здесь один раз была, но место хорошо запомнила. Жуть такая. Настоящий притон. Ну, точно. Думаешь, Игорь может быть здесь? Не знаю, у него не так-то много друзей. Да. Интересно у твоего Игоря друзья. Во-первых, он не мой. А во-вторых, он говорил, одноклассников не выбирают. И, в принципе, Артем неплохой парень. Хозяева! Есть кто дома? В прошлый раз дверь была тоже не заперта. Эй, приятель! Эй! Это Артём. Он мертвый. Быстрее отсюда. Идем отсюда. Быстрее! Быстрее! Давай ужинать. Дай мне 5 минут, сейчас инструменты соберу. Только быстрее, это все остывает. Внимание, розыск. Сегодня из психиатрической больницы сбежала некая Антонина Лазарева. 1963 года рождения. Кто знает о местонахождении этой женщины, просьба сообщить по телефону, который вы видите на экране. Вступать с ней в контакт не рекомендуется. Может вести себя неадекватно, способна проявить агрессию. Ну что, ужинать? Да. Давай, а то остыло совсем.
Чаю хотя бы выпей. Ир, ну так нельзя. Что ты сюда намешал? Просто успокоительное. Да. Вляпались мы с тобой. В конце концов, надо выбросить все это из головы и... Игоря твоего тоже. А вдруг это он? Что он? Убил он. Вот сейчас ты себя накручиваешь. Он там был. Ну, с чего ты взяла? Я на полу его шарф видела. Да мало ли чей это шарф может быть. Я этот шарф ему сама из Риги привозила. Алло, да. Да. Зачем? Хорошо. Да, до свидания. Меня завтра в полицию вызывают. Дома оббегал, ее нигде нет. Куда едем? Куда едем, Петя? Привет, передай. Привет. Там-тарам-тарам-там, там-тарам-тарам-там. Там-тарам-тарам-там. Я на том болоте буду королевой. А, Люб, а ты, ну что ты там за... Не надо! Мне надо! Да надо мне, да? Коля, забирай ее, отведи ее в отделение. Не повесь замок на мусоре. На! Да, ты можешь отпустить или нет? Господи, меня ищешь? А, не, нет. Меня там нет. О, передачку Любая не принесла. Кто там гады одни, гады последние. Ты ушла, одни гады остались. Я ушла? Да. Ты меня знаешь, как любила? Правда, церкви тоже любят, но любят. Жалеют, любят. Кормят, любят. Спалились! Спалились! Тоня, подожди! Тоня! Спалились! Иди посмотри, что там. Тоня! Стой! Что? Да стой же ты! Стой! Тоня! А ты? Ты еще бежишь? Не бежишь, ничего не будет! Я побежала! Я побежала! Ой, мамочки! Ой! Пить хочу! Мог заколола! Не говори! Слушай, а ты... Давно в больнице? 3 года. Как Ванечка умер. А Ванечка? Ванечка, это кто? Это? Это муж, да? Ты что? Как ты можешь не помнить? Я вообще ничего не помню. Вообще? Вообще. Так ты бедная. Хотя, знаешь, а может и к лучшему. Вообще. А я бы хотела. Но у меня не получается. Ко мне Ваня каждую ночь приходит. Так слышу, как он
Мама! Кричит. Мама! А я так плыву за ним. Так плыву, так стараюсь, стараюсь. Его как-то волна уносит. Уносит. А я вдруг смотрю, не вижу. Ничего не вижу. Тихо. Успокойся. Ты хорошая. 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 Ты теперь-то куда, ты, а? Ты в церковь обратно, да? Там будешь, а? А ты чего у меня все выспрашиваешь? А? Ты чего? Тебе какое дело? Ты чего расспрашиваешь? Ты чего за мной бегаешь? Тонь. Память она потеряла. Тонь, успокойся. Тонь, успокойся. Ты память потеряла? Успокойся. Не верю. Кто тебя послал? Мне никто не посылал. Успокойся. 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 Успокойся, Тонь. Я не хочу. Успокойся. Тонь. Я не хочу. Пусти. Не хочу. Пусти. Я не хотела. Я не хотела. Я не хотела. Лиза, а ты зачем ушла? Ты же мне обещала. Все нормально. Лиза. Лиза, кто эта женщина? Что она от тебя хотела, а? Она из больницы. Мы с ней вместе лежали. Ты вспомнила что-то, да, Лиза? Ты вспомнила? Поехали. Ну что, может, вы расскажете, как я в психушке оказалась? Послушайте, я, конечно, ничего не помню, но эту больницу узнала сразу. Рассказывайте. Ты действительно лежала в этой больнице? Тебя привезли сюда после роддома. Значит, это правда. Я потеряла ребенка. У меня начался послеродовой психоз. Мы надеялись, что это быстро пройдет, но... Это ртутная изменчивость. Ты начинаешь вспоминать? Нет. Поехали домой. Скажите, пожалуйста, вы знаете этого человека? Не помню. Может быть, где-нибудь видела. Почему вы спрашиваете? Нам стало известно, что Игорь часто бывал у него дома. Более того, оказывается, они учились в одном классе. И это еще не все. Оказывается, Игорь занял у него крупную сумму денег. У Артема? А вы, оказывается, его знаете, да? Но по какой-то причине решили скрыть от нас эту информацию. Простите, я правда забыла. Я понимаю. И что, значит, вы сейчас подозреваете Игоря? В чем? Ну, если вы
меня вызвали. Наверное, что-то произошло с Артемом? Вы угадали. Произошло. Он умер. Умер? Да. Банальное дело. Передозировка. Лиз, ты куда? Мне нужно побыть одной. Лиз, ну ты прости нас. Мы хотели как лучше. Оставь ее. Ей сейчас не до нас. Ирина Викторовна, я хотел вас спросить. Скажите, может, вы знаете еще каких-нибудь друзей Игоря? Где он может сейчас скрываться? Поймите, это в ваших интересах. Главный подозреваемый сейчас гуляет на свободе. И мне бы очень не хотелось, чтобы он нашел вас раньше, чем мы его найдем. Я понимаю. Да нет, не понимаете. Ладно, еще вопрос. Скажите, вам знакома эта вещица? Это чей-то ключ? Я очень надеялся, что вы мне расскажете, чей. Его нашли под трупом той самой девушки в парке. Помните? Мы вначале думали, что он принадлежит ей. Но, как оказалось, она из дома вышла без ключей. Моя зацепка, она, конечно, слабенькая, но, тем не менее, какая есть. Может, это ключ нападавшего? Внимательно посмотрите. Не ключи ли это от дома Шевцова? Нет. Это ключ не его. Прости меня. Прости, что сразу не сказал. Да я все понимаю. Тяжело сказать жене, которая потеряла память, что она к тому же из психушки сбежала. Я просто подумал, что дома тебе будет лучше. Ты правильно подумал. Я в больницу больше не вернусь. Лиза, пойдем в дом. Ты замерзла совсем. Я сейчас. Это с твоей дубленки? Похоже, что да. А откуда он там? Понятия не имею. Даже думать об этом не хочу. О, Надежда, наверное, приехала. Соседка наша. Ты же говорила, она только летом приезжает. Ну да. А я ее знаю? Да, но она редко приезжает. Надежда. Боря, забыл тебе сказать. У меня движок глохнет в машине. Не посмотришь? Да. Сейчас. Иди. Пойдем. Давай.
Помогите мне. Что случилось? Там, дома. Там следят за мной. Ой, кто следит? Она. А, она следит. На втором этаже окно. Вот. Там, там мужчина живет одинок. Она бежала за мной. Она бежала. Я еле-еле убежала. Поезд. Мне нужен поезд. Пожалуйста. Я пойду к соседу. Попрошу его. У него машина есть. Он отвезет вас лучше. Не надо. Не надо. Подожди. Соседа, не надо. Пожалуйста. Брат, что? У тебя здесь расходомер воздуха был отключен. Это вот это? Добрый да, вечер, клима. Соседи. Ой, здравствуйте, Наденька. Здравствуйте. 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 Давно вас не было видно. Да все дела. А что случилось? Тетка тут странная такая пришла. Ну, больная совсем. Какая тетка? Да я ее сама первый раз вижу. Она говорит, что за ней женщина наблюдает. С вашего окна. Чего? Бред какой-то. Так и вот я говорю, не все дома у нее. Ну, так а чего она хочет? Она хочет, чтобы я ее до станции проводила. Я не знаю, что мне делать. Может, скорую вызвать? А ну-ка, пойдем-ка глянем. Пойдемте. А то слыхали, еще у нас маньяк объявился. Какой маньяк? Обыкновенный, который грабит, убивает. Мне кассирша в магазине рассказала. Вы наших женщин побольше слушайте, они вам такого наговорят. Ой, не скажи, я вот сегодня сумку нашла. В кустах около дороги. Какую сумку? Обыкновенную, женскую. Ну, может быть, просто выбросил кто-нибудь, да и все. Да, конечно, выбросил. Сумка-то совершенно новая. А вот что с ее хозяйкой случилось, вот непонятно. Жалко. Женщина совершенно молодая. Откуда знаете, что молодая? А я паспорт видела. В сумке лежал. А я завтра собираюсь в полицию снести. Может, найдут. Снесите в полицию обязательно. Снесите. Ну и где эта ваша ненормальная? Сейчас посмотрю, была тут. Нет, ушла. Странная. Вы завтра паспорт в полицию снесите, снесите. Обязательно, обязательно снесу. Да, ну а нам, если что, звонить. И позвони. До свидания, соседи. До свидания. Спокойной ночи. Спокойной ночи, спокойной ночи. Женщина! Женщина, вы идете? Женщина, вы меня слышите? А, люди, скорую! Вызовите скорую кто-нибудь! Ну, электричка ушла. Ладно, допрашиваю. Часа три назад. Здорово. И что там у вас? Я услышал. Как да что, пассажиры сказала. Обнаружили гражданку Захарову. Больше никто ничего не видел, никто ничего не знает. Что у вас? У нас в квартире газ. Я думаю, это очередной висяк. Вот не хотелось бы. Да. Этого допрашивали? Кого? Смотрел, мужик. Минженулся, когда нас увидел. Эй, мужик! Стоять! Давай за ним меня наперерез. Давай. Бегом! Лежать! А? Ну что? Да молчать! Я испугался, бегался, марафонец! Я же ничего не делал! Ну все, не дергайся! Документов нету! Что это? Не мое, клянусь, начальник, мама, и клянусь! Это что там? А? А? Начальник, отпусти! Ну не я же, это не я! Ну, начальник! Квитанция на Захарову. Ага. Давай по порядку, рассказывай, как все было! Так, как убивал! Не убивал никого! Да, грабил я женщину! О, уснула она! Ну, не убивал я ее! Что значит уснула? Да
Да на лавочке сидели вдвоем. Да какую лавочку? Она осталась... Второй ушел. Кто второй? Да я не знаю, далеко было, я не видел. Сидел рядом или мужик, или баба. Я в дубленке вроде рыжая. И шапка с хвостом лисим там, да... Слышь, во. Ты что, обдолбанный, что ли? Это нарик какой-то. Оформляй. Да ну... Давай, да ну, вставай. Пошел. Пошел. Здравствуйте. Здравствуйте. Участковый Тимофеев. Мог бы я задать вам несколько вопросов? Да, конечно. А что случилось? Вчера ночью была убита ваша соседка, Надежда Захарова. Я провожу опрос соседей. Убита, да? Вы когда ее последний раз видели? Вчера. А в котором часу? Да я точно не помню. Кажется, около 8. А она одна здесь проживала? Да она, в принципе, и не жила здесь. Появлялась изредка. А друзья, родственники навещали ее? Не видел. Она говорила, что у нее вроде 2 сына в городе живут. А что, ее действительно убили? Она была задушена. Жаль. А вы один проживаете? Да, один. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания. Я все слышала. Ужас какой. Ничего не понимаю. Самая обычная женщина. Пенсионерка. Да у нее денег особо не было. А почему сказал, что живешь один? Зачем тебе лишний расспрос? Ты ведь все равно ничего не помнишь. Только опять нервничать будешь. Ну, участковый наверняка знает, что у тебя есть жена. Да этого участкового первый раз в глаза вижу. Они меняются чуть ли не каждый месяц. Я, кажется, двери забыл закрыть. Ты надолго? Надеюсь, что нет. Ира! Да! Я там книги на столе забыл. Принеси, пожалуйста, не хочу разуваться. Кондратьева. Надо же, у нас в клинике тоже работает психолог Кондратьева, наверное, однофамильец. Нет, почему? Это ее книга. А вы с ней знакомы? Вообще-то... Это моя жена. Ты мне об этом не рассказывал. Да мы как-то не касались с тобой этой темы. Твоя жена замечательный человек. Врач хороший. Я помню, мне как-то Катька говорила, как можно уйти от такой женщины? Ну, на самом деле, никто ни от кого не уходил. Просто мы оба так решили. Кроме того, 2 психолога под одной крышей. Но как бы то ни было, Лиза мне не чужой человек. Я понимаю. Так, я пошел. А как же Ева? Может, ее нужно выгулить? Я могу сходить. Только ключи оставь. Да, ключи. Свои ключи Лиза посеяла недавно. Есть дубликат. Ты же дома будешь? Да.
Пока. Пока. Скажите, вам знакома эта вещица? Что с тобой, Лиза? Все хорошо. Борь, здесь же раньше не было двери, да? Нет, мы ее недавно вставили. Еще здесь была стена. И на стене... На стене висела картинка. С японкой. Ну да. Значит, я вспоминаю. Я помню эту стену и... Борь, мне нужен врач. Хорошо, я отвезу тебя. Нет, лучше привези его сюда. Ладно. Если можно, побыстрее. Хорошо, я сейчас ему позвоню. Спасибо. Борь, ты позвонил? Да, но абонент не отвечает. Ну, ты же дозвонишься? Ну, конечно. Я ведь обещал. Спасибо. Извини. Наша встреча с Ириной Беловой произошла при чрезвычайных обстоятельствах. На нее было совершено нападение. Лежащий на земле, в состоянии психологического шока, путанная речь, невнятные показания. Привет, Олег. Нет, не сплю. Да, Лиза спит. Слушай, давай завтра к обеду подъезжай. Нет, я утром никак. Я завтра в клинику еду, к доктору Поланскому. Ну, я тебе о нем говорил. Представляешь, Лиза сама попросила и врача привезти. Ну, хочу с ним посоветоваться. Я тебя позже наберу.
Привет. Ева, собака моя хорошая. Ну что, погуляли с тобой, да? Умница. А ты куда? Домой. Не понял. В чем дело? По крайней мере, там меня не будут использовать как подопытного кролика. Какого кролика? При чем здесь? В чем дело? Ты все прекрасно понимаешь, Сереж. Боже, какая я дура. Я думала, ты. А ты просто использовал. Все записывал в свою книгу. Подожди! Отпусти! От моей дубленки? Нет. Очень странно. Только вчера нашла и опять потерялся. Очень странно. Морь, давай уедем. Что? Я понимаю, что это дом твоих родителей, он тебе дорог как память, но я не могу здесь находиться. Тебе что, действительно здесь плохо? Понимаешь, что мы здесь одни? А где-то там ходит убийца. Лиза, я не хотел тебе говорить, но по всей вероятности нашу соседку убила твоя сумасшедшая. Тоня? Слушай, ты что такое говоришь? Она вчера была у Надежды, а потом сбежала. Олег уже заявил в полицию, он не хотел нас впутывать в это дело. Он сказал, что Антонин напал на него в лесу. Зачем он так сказал? Лиза. Она сбежала из клиники. Она опасна, понимаешь? Опасна. Ты считаешь, это она убила нашу соседку? Я только так предполагаю. А я ведь такая же, как она. Если ты подозреваешь ее, значит, ты можешь подозревать и меня. Спасибо. Ира! Пожалуйста, выключи, выключи. Пожалуйста, тише, тише, тише. Это я, Игорь. Игорь, видишь? Пожалуйста, тише. Успокойся. Ира! Ира! Чего ты кричишь? Что я тебе делаю? Ничего. Успокойся. Пожалуйста. Пожалуйста. Смотри. Оп.
Значит, ты меня не будешь убивать? Что? Ты что, рехнулась? Мне в полиции сказали, что ты убийца. И мне этого вообще не хватало. Это точно не ты? Ну, конечно, не я. Что я? Ну, так а что ты тогда напал? А что ты кричишь? Да я до смерти просто перепугалась. Так сейчас хоть не кричи, я тебя прошу. Послушай, мне надо у тебя перекантоваться, я попал в такую историю, это просто капец. Я знаю. Я знаю, что ты у Артема одолжил большую сумму денег, что теперь тебя разыскивают. Ты откуда знаешь? Полиции сказали. Что тебе еще полиция сказали? Артем умер от передозировки. Что? Теперь ты никому не должен. У него есть мать, есть сестра. Я им должен. Послушай. Ир, ты видишь, какая ситуация? Мне надо у тебя перекантоваться. Мне надо перекантоваться. Я не знаю, полиция. Тебя полиция ищет. Ты скрываешься, потенциальная жертва. Тем более лучше. Так, Игорь. Меня никто искать у тебя не будет. Игорь. Пожалуйста. Я тебя прошу. Пожалуйста. Заходи. Заходи. Боже, что сейчас тетке скажу? А где тетка? Уехала. Надолго уехала? На 3 дня. 3. На 3 это хорошо. Можно у тебя хотя бы эти 3 дня перекантуюсь, Ир? Черт меня, блин, дернул ввязаться во все это. Да точно. Ир, послушай, если ты скажешь нет, я сразу же уйду. Я тебя за слово не... А если бы я тебя не пустила, на что бы ты рассчитывал? Я не знаю, на удачу. Пошли, я тебе у тетки постелю. Спасибо тебе большое. Только без этого, пожалуйста. Хорошо. Я вот думаю, если это не ты на меня напал, то кто тогда? Произошло. Его задушили. Понимаешь? Тоже задушили. Ты на что намекаешь? А не намекаю, Борь. Я сразу сказал, что мы сильно рискуем, оставляя ее здесь. Даже не думай. Не могла она это сделать. Бред какой-то. Да она до сих пор спит. Ты уверен? А сам-то ты где спал? В мастерской. Но это ничего не меняет. Это ты так думаешь? Подумай. Она маленькая, хрупкая. А этот Виталий Семенович солидный мужик. Ну, не могла она его задушить. Да ты знаешь, какая сила у этих психов, когда они с катушек слетают. Боря, тут дело серьезное. Это не одинокая соседка. И при том она не знала, какого врача я должен привезти. Так, все. Не нужно заказ отвезти. Как спала? Плохо. Не могла уснуть до утра. Ты знаешь, я вчера заработался в мастерской и заснул там. Я так поняла.
Ты же хотел поехать за врачом? Ну да. Я позвонил ему сегодня, а он, оказывается, в отпуске. Что теперь? Найду другого врача. Опять завтра? Почему завтра? Сегодня. Сейчас поеду. Хочешь? Хочу. Хорошо. Олег? Воронцова Елизавета Михайловна в девичестве Ефимова состоит в браке с 20 февраля 2006 года с Воронцовым Олегом Александровичем. Правильно? Да. Печатать. Печатать. Вы Ефимова в девичестве? Да. Вам нужно собрать все документы и подать заявление. В суде такие вопросы быстро решаются. Простите, я не понимаю, что? Здесь указано, что вы умерли год назад. Хорошо, что нашел тебя. Хорошо. Тогда я пойду в полицию. Заявлю, что потеряла память, и пусть они разбираются сами. По крайней мере, мне никто не будет больше морочить голову. И я наконец-то узнаю правду. Не надо полицию. И я тебе все сам расскажу. Тогда, может, объяснишь, зачем тебе это было нужно? Что? Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Да я по горло сыта твоими байками. Ну, поверь, Я не сделал ничего плохого. Я клянусь тебе, я все расскажу, как оно было. Только давай лучше дом. А у меня вовсе нет дома! У меня самой нет живых, ты это понимаешь или нет? Я прошу тебя, ну давай не привлекать внимания. Отъедем и поговорим хотя бы вон в сквере. Лиза! Лиза, поехали! Ты что, испугалась? Не бойся! Лиза! Лиз! Лиза! Иди скажу! Лиз!
может уйти? Я не знаю, что я не делала! Она спокойно делать! Она спокойно! Ира, проходи. Я рад, что ты вернулась. Я не вернулась, Сереж. Я только что видела твою жену. Ну и что? Я не знаю, это может мой пунктик, но... На мужчине, который сидел за рулем машины, в которую она села, была светлая дубленка. Твой детский дом находился рядом с нашим домом. Я помогал тебе готовиться к экзаменам. Однажды ты не пришла. В детдоме мне сказали, что ты в больнице. Где? В больнице. Я искал тебя во всех городских больницах. Но тебя нигде не было. Меня не впустили только в одну клинику. Психиатрическую? Получается, я все эти годы была в психушке? Не знаю. Неделю назад мне позвонил Олег, он ехал ко мне. Но из-за аварии дорога была перекрыта. Он поехал в объезд через наш лес. В кустах у дороги он обнаружил тебя без сознания. Ты даже представить себе не можешь, кто это. Это Лиза, брат. Лиза? Какая Лиза? Твоя Лиза из института. С ней все в порядке? Не совсем. А что с ней? По всей вероятности, что-то с головой, если из психушки сбежала. По-видимому, на нее напали по дороге, ударили чем-то тяжелым по голове. Возможно, пытались ограбить. Главное, что жива осталась. Вот только не помнит ничего. Даже как зовут, не помнит. А это... Другая Лиза, она кто? Жена Олега. Она погибла год назад. У них был пожар в доме, и ее не успели спасти. Это ее вещи? Да. Все, что осталось в городской квартире. Он не мог ни оставить ни у себя дома, ни не выбросить. Но я же знала, что... что это все не моя жизнь. Лиза. Я знала, что не моя, но я не сумасшедшая, Лиза. Понятно? Я не сумасшедшая! Лиза! Лиз! Лиз, постой! О, ты уже вернулась? Привет. Привет. А ты куда? Домой. Как домой? Игорь, ты же сам говорил, что... Да, говорил. Теперь я посидел, подумал и решил. Решил, что я дурак. Чего я скрываюсь, тем более я тебя подставляю. Да ладно, я же тебя сама пустила. Нет, Ир, я решил все сам исправить. Я вернусь, заложу квартиру, отдам долги. Как же полиция? А что полиция? А что они мне предъявят? Я ведь не убивал. Не убивал. Значит, убийцу из меня у них сделать не получится. Ир. Я надеюсь, ты сможешь меня простить.
Игорь. Ладно. В общем, я буду ждать тебя. Я жду другого человека. Я слышала ваш разговор с Олегом. Ты тоже считаешь, что я... Если ты слышала, то поняла, что я в это во все не верю. А если я... Если я действительно могла ты убить... Ты ничего не могла. Я уже никому не верю, понимаешь? Я даже себе не верю. Лиза, ты пойми, я... Я вынужден был обманывать. Но я в одном... Тебе не солгал. Я тебя очень люблю. И ради тебя готов на все. Извини. Далек. Да, с Лизой. Куда? А чего такая спешка? Ладно. Что-то случилось? Нам нужно их домой. Отвези меня в полицию. Отвези меня в полицию, я тебя умоляю, отвези меня в полицию. Поехали домой, моя хорошая. Поехали домой, Олежка. Решим, что делать дальше. Поехали. Привет. Привет, Васильевич. Ты ко мне? А кому? Конечно, к тебе. Ты помнишь ключик, который мы в парке нашли? Ну да. Смотри сюда внимательно. Победителю ювелирной выставки 2011 года. Братья Воронцовы. Ну как? Ага. А брелок это, оказывается, секретом. Да. Так теперь его хозяина можно даже по интернету вычислить. Молодец. Поэтому я к тебе и пришел. А то мой компьютер совсем сдох. Давай. Где Лиза? Ты что такой взведен? Где она? У себя. Боря. Боря, ее нужно срочно отвезти в больницу. Подожди, Олежка. Ну что ждать, Боренька, что ждать? Она убийца, пойми, я не оставлю ее в одном доме наедине с тобой. Ты думаешь, что ты говоришь? Я думаю. Я думаю, что я говорю. Я уже одну отвез в психушку. А теперь ее очередь. А что происходит? Лиза, все хорошо. Лиза. Иди. Пойдем со мной. Куда? Брат, не надо. Боря, ты хоть знаешь, чем она больна? А чем я больна? Лиза, не слушай его. Нет, пусть он расскажет. Лиза, не слушай! А я скажу, чем она больна. А если у нее прямо здесь припадок начнется? Пойдем со мной. Нет. Пойдем со мной. Пойдем со мной. Что ты несешь? Лиза, подожди. Подожди мне здесь. Боренька. Брат. Брат. Брат, ты же совсем свернул со своей любви, брат! Боря! Олежка, давай поговорим, а? Давай поговорим. Давай. Давай. Вот, нашел. Оп. Ага. Фирма принадлежит братьям Воронцовым, Олегу Александровичу и Борису Александровичу. Шикарно. Теперь что? Нам остается узнать, чей это ключ. Правильно? А... Глянь-ка, Васильич, а этот Борис Александрович, кажется, в Югорьевске живет. Опачки. А не там ли на станции твою пенсионерку нашли? Там. Там. Стоп. А ключик мы нашли в парке. А оттуда до клиники рукой подать. И в этой же клинике работал этот врач. Правильно. Вот все и срослось. Тихо. Рано радоваться. Давай, собирайся, поедем, съездим к этому ювелиру. Давай, быстро. Получается, ты
Я просто знаю, что это не она. Да откуда ты знаешь, что это не она? Ты что, ее сам куда держал? Или, может, ты следишь за ней по ночам? Ой, Боря, да приди ты в себя. Ты не Господь, Бог. Ты не сможешь ее вылечить, Боря. Ее нужно изолировать. Ее нужно изолировать и как можно быстрее. Я не позволю, чтобы эта сумасшедшая оставалась у тебя дома. Она людей убивала. Кстати, ты в последнее время ничего странного в доме не находил? Или, может, наоборот? Может, пропало что? Ты о чем? Ну, и не голыми же руками она людей убивала. Прекрати. Боря, Боренька, я бы на твоем месте все вещи проверил. Все вещи, Боря. Потому что если полиция что-нибудь найдет, ты же пойдешь как соучастник. Какие вещи, Олежка? Да у него даже сумки нет. Значит, в карманах. Кстати. Кстати. Что это? А как это объяснить? Получается, она что, она была знакома с этим врачом? Господи. Господи. Господи, это моя вина. Не надо было мне ее сюда привозить. Тебя пожалел. А расплачиваются другие люди. Олег, я все-таки думаю. Чем больше ты думаешь, тем больше ты сомневаешься, Боря. Олег. Олег, я привезу ей врача. Боря. Боря, ты что? Не надо. Ты что делаешь? Олежка, у меня с ней появился смысл жизни. Ты не оставляешь мне выбора, Боря. Пойми, у меня появился смысл. Боренька, ты не оставляешь мне выбора. Олег, ты что делаешь? Я тебя спасаю. Ты что творишь? Сейчас спасибо, как? Лиза! Лиза! Боря? А? Извините, пожалуйста, я сейчас уберу. Боря, можно тебя на минутку? Целуешься, что ли? Да она не любит тебя. Она тебя просто жалеет, потому что ты инвалид. Это неправда. Боря, весь институт знает. Постой, пожалуйста. Лиза, прости меня, пожалуйста. Я не хотел тебя обидеть. Не хотела, а обидела. И не только меня, между прочим. Лиз, ну погоди. Чем я хуже Бори, а? Да всем ты хуже Бори. Всем, понимаешь? Лиз.
Лиза, ты где шлялась, а? Тебе весь детский дом уже ищут. Ох, тебе сейчас и влетит. Лиза, что это за вид? Может, ты наконец скажешь нам, где ты шлялась? Нет, ну вы посмотрите на нее, ведь это же просто позор для всего нашего детского дома. Вы же подумали, какой наш пример подает остальным детям. Позорище такое. Лиза, ты чего? Я все вспомнила. Твой диагноз. Велотекущая шизофрения с ярко выраженными маниакальными наклонностями. Вы у нас первый раз? И вы знаете, мне бы хотелось, чтобы наш разговор... Не волнуйтесь, мы гарантируем вам полную конфиденциальность. Я вас не вижу. Если вам хочется, вы можете даже назвать вымышленное имя и фамилию. Но вот о том, что вас беспокоит, я прошу говорить максимально откровенно. Я не могу справиться с желанием убивать. Не подходите! Дай топор, пожалуйста. Тебе нужна помощь. Поехали к врачу. Ты же убил врача, потому что боялся, что он может меня узнать. Где работает психотерапевт в его клинике? Ты тогда думал, что убил меня, но я выжила. Потом я хотела покончить с собой. И из-за этого попала в психушку. Чтобы помочь себе забыть все это, выйдя из больницы, я решила стать психологом. Спустя много лет... Добрый день. Ты случайно попал ко мне на прием. Тебе тогда повезло. Я тебя не узнала. Но ты меня узнал. После сеанса подкараулил меня у больницы. И ударил чем-то по голове. Ты испугался, что я расскажу о тебе в полиции. Ты же пытался убить меня дважды. Но я снова чудом выжила. Как 15 лет назад. У тебя со мной просто фатальное невезение. Представляю, как ты удивился, когда я живая вышла из машины. Но ты решил меня не добивать. Ведь я потеряла память. А ты, небось, уже и могилку подготовил. Не получилось. Лизочка, тебе нужно успокоиться. Все хорошо. Ты уже пытался меня успокоить. Таблетки даже твоих рук дело, да? Что это было? Психоделики? А потом ты выкрал мой пояс. Готовил улику для полицейских, да? Я же идеальная кандидатура, чтобы повесить на меня твои убийцы. Что ты говоришь, Лиза? Это же ты убил соседку. Потому что она могла меня видеть. Вот, Олег, смотрите, паспорт в сумочке нашли. Ты, наверное, жену свою, Лизу, убил. А потом ты подстроил пожар. Лиза! Все ведь так и было. Не подходи, Лиза, ко мне! Не трогай меня, я тебя убью! Не подходи ко мне! Лиза! Лиза!
Здравствуйте. Вы Борис Александрович Воронцов? Да, в чем дело? Мы разыскиваем Кондратьеву Елизавету Андреевну. Откройте, нам нужно поговорить. Нам известно, что Кондратьеву вы последний раз видели, когда она садилась в вашу машину. Ну, ее здесь нет. А где она? Мой брат повез ее в больницу. В больницу зачем? У нее проблемы с памятью, он повез ее в Семеновское. Семеновское? А, это психиатрическое. Между прочим, ее разыскивает ее бывший муж. А вы кем ей приходитесь? Просто знакомые. Просто знакомые. Скажите, просто знакомые. Вам знакома эта вещь? Откуда она у вас? Какая разница? Это ваша? Моего брата. Брата? Моего-то. Разрешите? Вы бы могли сейчас позвонить своему брату? Да. Разрешите? Это его номер? Да. Давай, Юра, свяжись и по этому номеру определи, где находится абонент. Давай. Полиция. Нападение на девушку по адресу Речная, 12. Срочно высылайте наряд. Нам еще известно, что якобы вы инвалид, да еще и первой группы. Совершенно верно. И что же? Считайте, что я делаю
свои первые самостоятельные шаги. Вот так вот просто взяли и пошли, да? Так бывает? Я вчера сам бы в это не поверил. Секундочку. Да, Серег? Что? Какой адрес? Понял, все есть. Юра, Юра, быстро на речную. Там нападение на нашу первую потерпевшую. Речную? Да. Алексей Васильевич, так как раз в районе речной находится наш оппонент. Собирайтесь, поедете с нами. Прошу вас. Недолго. Ну, конечно, я все понимаю. Ну, привет. Лиза. Привет. Тихо, 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 тихо. Лежи, лежи. Тебе нельзя перенапрягаться. Лучше просто кивай. Угу. Слава богу, с тобой все обошлось. Ты как? Я нормально. Все узнаю, все вспомнила. Что если другим людям помогаю себя вылечить, просто обязана. Я же психотерапевт все-таки. Да, я помню. Психотерапия – твое призвание. Да. Лиза, объясни, зачем этот урод потащил тебя в квартиру к Кирилле? Они что, знакомы были? Нет, нет, просто Юра поздоровалась с ним у входа в больницу, и он решил, что она его узнала. А потом он напал на нее в парк, в моей шапке. Пытался убрать лишнего свидетеля. А ты здесь при чем? Это очень долгая история.
Я тебе как-нибудь расскажу. Спасибо тебе большое. За что? Ну, за то, что спас нам жизнь. Обращайтесь. Ты поправляйся. Да? А ты куда? Ну, нам дали всего 5 минут. Кому это? Я не одна пришла тебя поблагодарить. С кем? Заходи. Принимайте пациента. Ира. Ну как ты, Сережа? Плохо. Может, врача позвать? Нет, нет. Мне тебе нужно кое-что сказать. Важное, срочно. На ушко. Как он? Уже лучше. Ну и хорошо. Куда мы теперь? Домой.